Елена Захарова Ягодина. Композитор, пианист, поэт, креативный продюсер. Окончила Новосибирскую государственную консерваторию. Член Союза композиторов России. Автор хоровой, камерной, симфонической, фортепианной, вокальной, джазовой и киномузыки. Лауреат международных композиторских конкурсов. Член Интернационального союза писателей. Номинант премии «Поэт года», награждена медалью Анны Ахматовой. В концерте фестиваля «Новая музыка Сибири» прозвучат две премьеры. Романс «Маме» и «Утренняя». Это фрагмент камерной оперы «Пасхальный дневник». Музыка и поэтический текст написаны Еленой Захаровой Ягодиной. Вокальную партию исполнит Марина Любимова. За роялем композитор.